Вот и ты тоже ждешь приключения в мире людей. Понимаешь? Время не то, эпоха не та, не получится. Ты все равно разочаруешься или сбежишь в прошлое или будущее и упустишь волшебный шанс. Потому что в этом году, особенно в этом году, мы сами можем учиться творить чудеса. И они обязательно сбудутся. Небесные врата открыты, и мы в состоянии творить себе на благо и планете на благо. Даже можем программировать чудесное существование на очень большой срок. Допустим, на всю эпоху Водолея, жизнь в изобилии и радости. Говорить надо в голос, чтобы услышали девы. Они могущественные исполнители, они служат людям и ждут радостных, осознанных пожеланий. Конечно, 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 очень хочется чудес на Новый год. Время не имеет значения в мире реальности. А еще мечтать никогда не поздно. И я придумала, что пока все дети мечтают быть снежинками и зайчиками, а взрослые снегурочками и Дедами Морозами, я буду некоммерческим, волшебным, золотым паучком. Все лето я изучала паучков, их неустанную работу плетения паутины. А какая она красивая ранним утром в росе на солнце! Зайдя глубоко в этот акт творения, можно соединиться с планетой. Ну, а потом даже со всей галактикой. Вот и решила, что буду плести паутину на Новый год. И на всю эпоху Водолея. От микромира до макромира. Все заплету золотой паутиной, и войны не будет. На золотой планете Земля будет мир и доверие. Это мое личное чудо. А кем ты мечтаешь быть на Новый год? А может, и на всю эпоху Водолея? Хочешь, будь тоже золотым паучком и вместе со мной плети золотую паутину на целый век. Это легко. Плети маленькую паутинку и распространи ее фрактально на всю эпоху Водолея. Распространи на весь микромир и макромир. Мне хочется тебя предостеречь. Идись к этому серьезно и с пониманием. И не рассказывай никому. Это наш с тобой секрет. Хорошо? Сегодня еще много людей, не освободившихся от вязких черных энергий старой эпохи рыб. И они агрессивные, еще заражены вирусом разделения. Лучше не надо. Не рассказывай. Зачем тебе портить свое прекрасное существование? Лучше сохранить свой свет и применить его в своем развитии. Привет, золотой паучок! Я тебя узнаю, если однажды встречу на золотых дорогах жизни. Твори на здоровье свои чудеса. Сначала маленькие. Учись верить в себя, учись доверять себе. Учись поощрять себя. И что очень непросто, учись любить свою жизнь и жизнь людей вокруг себя. Это одни из самых интересных и увлекательных чудес. Заплетай все золотой паутиной, что тебе не нравится. И, возможно, тебе очень понравится быть мастером света. Если ты думаешь, что это глупости, то я тебя пойму, это твой выбор, и никто тебя не неволит. Только года летят, и хотелось бы видеть тебя радостным и счастливым, несмотря ни на что. Пока!